зимний период на некоторых людей нападает апатия или хандра. Назвать можно по-разному. Я лично знаю людей, которые с нетерпением ждут весну. И им жутко не нравится промозглая осенне-зимняя погода. Так кому она может нравиться? И именно для того, чтобы меньше обращать внимание на неприятные климатические условия, нужно себя радовать чем-то приятным, ярким и одухотворяющим. Для улучшения настроения как раз подойдет яркое блюдо. Ведь без еды мы обходиться не можем, а плюс к этому мы зарядимся положительным настроением. Быстро приготовленное блюдо не займет у вас много времени и при этом добавит в вашу жизнь ярких красок. Сегодня я хочу приготовить яркий, ароматный, вкусный и полезный смузи. Для этого мне понадобятся ингредиенты зеленого и оранжевого цвета для улучшения настроения. Зеленые – это будет яблоко, киви, шпинат. И все это я заправлю апельсинами, точнее сказать, апельсиновым фрешем. Именно с приготовления апельсинового фреша я и начну. Вот даст что вкус, аромат и яркость. Чем больше апельсинов, тем насыщеннее цвет окажется у нашего зеленого смузи. Пошумлю немножко. Два апельсина – это уже стакан сока получился, 250 миллилитров. То есть очень сочные апельсины. Ну, правильно, осень или зима с чем ассоциируются? С цитрусовыми. Ближе к Новому году, конечно, люди больше предпочитают мандарины, но сейчас я воспользуюсь именно апельсинами. Достаточно. Так, яблочко. Ну, давайте. Одно яблочко. Обязательно. Ненужные части убираем. Так что еще лишненько. Лишние все плодоножки, цветы. Все сейчас уберу. И порежу яблоко крупным кубиком. И загружаем блендер. Зеленое яблочко. У меня это Грэмми сегодня. Так. И киви какой-нибудь покрупнее. Вот это возьму. Пополам разрезали. И ложечкой. И мякоть вытащили. Прям сразу. Вот. А для того, чтобы смузи был более полезным, я туда добавлю еще шпинат. Здесь у меня больше 70 грамм. Могу половиночку забрать сразу, прям половину смело. Положили. Включаем вторую крышку. И аккуратно наливаем. Как-то все в импровизированном варианте. Яблоки по размеру могут быть разные, шпинату побольше положить, апельсины более или менее сочные, соответственно, более или менее сладкие тоже. Немножко провернула. Так, а теперь... Так, получился сок я не весь использовала, значит, сок двух апельсинов, одно небольшое яблоко, один киви и где-то грамм 30-40 шпината. Получилось вот относительно жидкое блюдо, пить будет очень удобно, вкусно и ароматно. Так, очень-очень вкусно. Понятно? У всех свои вкусы, свои взгляды на жизнь, на питание и на все прочее, но я предлагаю все-таки... питаться правильно и разноображивать свое питание различными яркими блюдами. Смузи готов. Он хорошо подойдет как дополнение к белковому завтраку или как самостоятельное блюдо в виде второго завтрака или полдника.
Будьте смелее, экспериментируйте, добавляйте в свой рацион новые вкусы и краски, и тогда жизнь не будет вам казаться серой и унылой. А я с вами не прощаюсь. Увидимся!